На Украине предлагают исключить русский язык из школьной программы. Соответствующая петиция размещена на сайте президента. Об уровне популярности этой идеи среди жителей страны говорит такой факт. За полтора месяца ее поддержали чуть более 100 человек. Между тем, число школ с преподаванием на русском стремительно сокращается, тогда как интерес к ним только растет. Репортаж Юлии Ольховской. Маша. Таня громко плачет. Уронила. Речку мячик. Через несколько месяцев Серафим идет в первый класс. Семья 30 лет назад переехала в Киев из Подмосковья. Дома все говорят на русском, поэтому и мальчика решили записывать в русскоязычную школу. Бабушка обзвонила все учебные заведения в районе. Мест в классах уже нет. Пришлось обращаться в частную гимназию. Стоимость обучения 70 тысяч гривен в год. Это почти 190 тысяч рублей. Там, конечно, учиться очень хорошо, условия очень хорошие, все, но это очень дорого. Вот. И то есть приходится, значит, свой бюджет как-то урезать для того, чтобы вот платить такие деньги, чтобы ребенок ходил и получал адекватное образование. Да. Дети Галины учились в украинской школе. И сама мама Серафима, хорошо знакомая с местной системой образования, настояла на том, чтобы ее сын получал образование на русском. Меня, например, возмущает еще то, что в восьмом классе или в каком, когда Евгения Онегина вот изучали, да? Ну, взять, перевести на украинский язык. Ну, как это? Люди, и потом, если бы вообще это действительно там был английский язык, там французский, русский язык все понимают. Почему вы переводите? Теоретически записывать первоклассников в украинские школы можно аж до сентября, но фактически попасть в русскоязычные учебные заведения или те, где есть классы с преподаванием на русском языке, уже невозможно. Причем некоторые школы набрали учеников буквально в течение первых 2-3 дней после того, как открылась запись. Мы решили обзвонить несколько киевских школ, предлагающих обучение на русском, и поинтересоваться, как обстоит дело с записью первоклассников. Ответ везде одинаковый. Да, школа. А добрый день, подскажите, а можно узнать по поводу записи ребенка в первый класс? Да, есть набор в первый класс, только украинский. Классы есть, но уже русский класс набрали. Угу. То есть вообще никак невозможно попасть? Нет. В этом году было 4 человека на место. То есть было около 230 заявлений на 56 свободных мест. В Украинском министерстве образования и науки заявляют, русскоязычных школ в стране достаточно. Я считаю, что та система, которая сегодня, она в основном удовлетворяет русскоговорящее население. И если у родителей есть проблема, они могут обратиться в местное управление образования. Им обязательно порекомендуют школу, где есть российский класс или где вся школа русскоязычная. На деле же, утверждают сами украинцы, на их жалобы о нехватке мест в русскоязычных школах для всех желающих никто не реагирует. В закарпатском городе Мукачево 25 пап и мам не могут добиться, чтобы в гимназии, которая носит имя русского поэта Пушкина, открыли хотя бы один класс с обучением на русском языке. В этом году стараниями мэра, который создал определенные правовые, а точнее неправовые условия для этого, а также стараниями директора школы, ученикам отказали в таком праве, первоклассникам, учиться на русском языке. Такой отказ был бы просто невозможным, если бы на Украине заработал закон об основах государственной языковой политики. Верховная Рада его приняла в 2012 году, а после Майдана отменила. Правда, президент постановление об отмене до сих пор так и не подписал. Получается, закон есть, а инструмента его реализации нет. Мы заложили такое условие, которое позволяло большинству жителей того или иного региона, района, либо области объявить решение местного совета такой-то язык региональным, и он обслуживался наравне с государственным языком. На сегодняшний момент такого решения ни один областной либо районный совет принять не сможет, потому что его просто людей поубивают. Сейчас это на уровне преступления. Опять-таки же не классно, но учителей, которые побывали на курсах в Российской Федерации, их сразу цепляется клеймо сепаратиста с дальнейшими вытекающими последствиями. Галина Савлук не возражает, чтобы ее внук наряду с русским языком изучал и украинский. Главное, говорит, чтобы у ребенка был выбор. Но сегодня в русскоязычных школах украинский обязательный предмет, а в украинских гимназиях русский язык порой нет возможности изучать даже факультативно. Юлия Ольховская и Наталья Литовка, Первый канал, Украина.